Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Васильев призвал не допускать потребительского отношения со стороны бизнеса. Находясь с рабочим визитом в Верхнекамском районе, глава региона провел встречи с местными предпринимателями. Один из них рассказал о планах наладить в районе деревообрабатывающее производство. Строительство уже идет, но необходимо получить квоту на привлечение иностранных работников, специалистов из Китая, которые обучат местных работе на станках китайского производства. В целом на предприятии планируется создать 300 рабочих мест. Игорь Васильев отметил, что новые рабочие места важны для района, однако для оказания поддержки необходима конкретная программа развития предприятия, в том числе понимание, какие кадры и откуда планируется привлекать. «Мы не должны допустить потребительского отношения со стороны бизнеса, когда говорят: „Я сделал предприятие, дайте мне сварщика“. Помимо финансов, для формирования конкурентоспособной системы образования нужны идеи, предложения по кооперации, совместные с бизнесом программы», – подытожил в Рио губернатора. Программа «Экономика». На гендиректора демьяновских мануфактур завели дело. Его подозревают в невыплате зарплаты, пособий и иных выплат. По данным прокуратуры области, 9 работников предприятия не получали несколько месяцев пособия по уходу за ребенком. Долг составил 45 тысяч рублей. Возможности для своевременной выдачи положенного по закону пособия у руководителя организации имелось. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. «Экономика» на 101 FM. Роспотребнадзор проводит день открытых дверей для предпринимателей. Он намечен на 13 апреля. Представители бизнеса смогут оперативно получить ответы на вопросы по взаимодействию с ведомством. Специалисты также готовы будут их проконсультировать по проблемам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей. Для предпринимателей будет работать горячая линия 406720, ее номер телефона. Кроме того, в здании управления Роспотребнадзора на Красноармейской 45 запланированы публичные обсуждения, обсуждение обзора правоприменительной практики и круглый стол о противодействии торговле фальсификатом. До конца года дни открытых дверей для предпринимателей будут проходить ежеквартально, каждый второй четверг первого месяца квартала. В завершение о валютах: доллар на сегодня 56.92, евро 60.57. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.